Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Саня, и мы продолжаем финальную, делаем часть Лего Офиса. Простите, что так долго не было видео, просто у меня не было времени. Ну, мне было иногда ленти снимать, ну, сами знаете. Так, мы будем делать сегодня монитор и системный блок вместе с клавиатурой. Мы начинаем. Значит так, мы берем пластину 4х4 и ставим на нее посередине пластину 1х2 и по бокам брики 1х1. Дальше мы берем, ставим вот такие вот брики с крышкой сбоку. Ставим на один ряд 3 штуки и на второй ряд тоже 3. Полагается штуки. Вот так поставили. Дальше мы ставим 1х2. Ставим мы 5 эти же брики с прючкой. Сюда 1. И сюда вот так вот. Такая вот получается. Дальше мы берем, ставим, еще поставим сюда 1х4 пластинку. И по бокам ставим 1х2. 1х2. Готов. Дальше нам надо собрать само стекло. Берем такие две детальки. Ну, 1х4 вообще-то. Вот, взяли. Не, вообще надо взять 2х4 и по бокам так вот расставить такие группы громадные. Постоянные группы, на короче, мы поняли. Потом ставим пластинки гладкие. Расставляем. Ну, у меня получился, взял 2х2 и по 1х2. Вот, готово наше стекло. Типа того. Дальше берем 1х4, ставим сюда. Ну, короче, 2 таких 1х4 ставим сюда. Дальше ставим. Можно поставить такую 1х2, которая слаживается с 2 1х2. Либо одну такую сложно. Поставили сюда. Ну, у меня такие детальки, я не нашел 1х4, но я взял по-другому сделать. В следующем этапе нам надо всего лишь заложить это все дело. Или нет. Значит, дальше мы берем. Потерял брик. Сейчас поставим. Ставим сюда. Дальше по бокам расставляем пластинки 1х4 и финально 1х2. Дальше мы застраиваем это все дело пластинками 2х4 гладкими. Так, так, так и вот так. У нас получается такой монетку. Значит, мы продолжаем, мы делаем системный блок, я уже клавиатуру заранее сделал. Нам надо взять пластину пупырышками 8х6. Встраиваем тут, занимаем место 2х6 и застраиваем ее такими гладкими 1х1, но для пробела нам надо 1х2. В таком порядке застроим, чтобы посередине был порядок. Дальше берем мы. Дальше мы берем. Застраиваем вот эту всю площадь. Я взял 1х4. Здесь 1х4. Здесь 1х2, 1х2. Здесь 1х2, 1х2. Так у нас получается конструкция. Дальше мы застраиваем все
все по краям пластинками. Потом ставим сюда такую, ставим сюда такую пластинку. Так, все ставим. Как вы захотите, в принципе, положение. Это, я думаю, так это нет. Как вам сказать? Не важно. Потом делаем такую штуковину. Берем пластину 1 на 2, я еще 1 на 2. Самых между собой. Потом берем 2 на 2 кубик. Квадратик. И делаем так. Потом ставим сюда. Это типа у нас получается принтер. Видите? Немножко вниз опустил. Так. Дальше нам надо сюда поставить вот такой радиатор. Так сказать. Дальше 1 на 4 сюда. Делаем сюда такую штуковину. А, нет. Ай, застряла. Ай, кассетная. Сейчас вытащу. О, вытащу. Значит, приложу. Интересно. Сейчас все будет, смотрите. Берем, значит, брик один на один. Ставим такую штуку. Наверх. Ставим ее в этот край. Можно, ну или можно любой, но я делаю вот такой все равно. Дальше берем точно такую пластиночку. Один и ставим точно такую штуковину. И ставим тоже пару прядки. Прядочки. Берем детальку 1 на 2, ставим ее вот сюда, ставим 1 на 2. Потом просто-напросто берем. Какой-то там возьмем, например, такой тоже 1 на 2, ставим сюда. Ну, ой, 1 на 11. И 1 на 4 сюда ставим. Ну, такой получается у нас монитор и системный блок. Если видишь, удачи, ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.